Всем привет! Коля там на заднем плане, он себе завтрак готовит, я уже позавтракала. Да, всем привет! Я тут за камерой. Я хочу вот эту вот поменять, вот этот постер. Мне тоже вчера подписчица написала, говорит, попробуй. Но я тоже так подумала, попробовать-то надо, потому что как-то на одном уровне не очень. Ну, посмотрим, короче, что получится. Вообще, утром я сегодня, когда кофе попила, собралась яйца пожарить. Ну, не знаю, вставлю, не вставлю в это видео. Короче, я на видео начала снимать, как я яйца жарю, 4 яйца. А потом, как увидела там какое-то инородное тело, мне показалось, я сначала нитка. Потом приглянулась, нет, ну что-то такое длинное, и оно, ну не знаю. Короче, если что, я вставлю. У меня все, сразу аппетит на яйца пропал, я это все выкинула, все. Я вообще такая, если, например, в ресторане или где-нибудь волос или что-то попадает, но я думаю, это у всех тогда все сразу на этом заканчивается. И аппетит у меня на яйца, короче, пропал. Сделала себе тост тоже, вот Коля сейчас тоже тост себе пожарил. С сыром до сварения, и все. Да, не знаю, что это было, но я потом Коле тебе покажу. Какая-то как будто ниточка толстая, непонятно. Ну не ниточка. Такое ощущение, как будто этот какой-то, знаешь, бурум. Этот, как по-русски, червяк. Нет. Может, это уже зародыш был, цыпленок? Ну вот я и... Нет, длинное что-то. А нет, почему так тяжело? Вроде в тот раз легко пошло. Пусть пока так повисит, да? Да. Ну та, по-моему, вот эта, которая вот тут висела, она покрасивее вот этой, да, или? Да все они красивые. Просто они у меня там в зале 3 висели, да, когда это была посередине, и та вот с этого краю как смотрелась. А тут то, что вот 2. Сейчас. У меня там... Ой. Машинка шумит, если что. То мы сейчас собрались ехать уже. Ждем, когда она. Вот это вот, я думаю, посимпатичнее или нет? Вот это, если эту сюда повесить или все равно? Все равно они. Да? Ну да. Они обе про море. То же самое. С голубизной. Как я один раз сказал. Подписчица от нас смеялась с голубизной. Ну все, ладно. Пусть будет так повисит. Сейчас у нас солнышко немножко вылезло, но утром тоже было. А так нету солнца сегодня, не стоит. 2 дня оно нас порадовало, и все. Ну вот так поближе отсвечивает. Да, тоже симпатично, в принципе, что-то другое. Сейчас отсвечивает немножко. Во, вот так. Хотела еще на один вопрос, кстати, ответить. Людмила, тебе привет. Ты меня спрашивала насчет вот этих ботинок, да, которые я последние купила в Тамарис, показать именно, ну, коробку. Именно вот эту модель. Я лучше покажу. Ну как, не то, что ты просила показать коробку, а вот именно модель, как называть. Я лучше покажу. Может быть, так будет яснее, да? Артикул, этот номер я отправила, но я отправила, как на сайте был. Здесь он как-то немножко по-другому. Лучше, я думаю, покажу. Так что скриншот, если что, вдруг кому-то надо, сделайте. Сейчас как раз, кстати, они опять на Цаланда со скидкой. По-моему, 79 или 89 стоит, короче. А так 129, ну 130 все равно. Деньги. Видать, то, что сейчас уже зимний сезон заканчивается. Хотя еще холодно.
Ну вот, кстати, вот эти вот, да, вот если что показала. А мы сейчас поедем, надо будет в магазин, ДМ, мне опять карандаш для бровей, который кончается. Мне тоже одна подписчица посоветовала от Maybelline посмотреть. Вот я смотрела от Revival Loop, да, вроде бы. Но он широкий стержень. А мне надо именно тоненький. Ну, вроде как она сказала, что тоже тоненький, там, как от Катрис. От Катрис, правда, стоит 3 ойра, на неделю хватает. Это какой-то кошмар. Они как семечки у меня кончаются. Надо будет посмотреть все-таки какой-то другой. Ну, может быть, пошире, который вот этот стержень. Да, ненадолго хватает. Ну, мне неудобно им все равно вот так вот немножко вот тут вот где-то. Я так привыкла к тому Катрис. Вот я уже сколько перепробовала, не знаю. Ну, посмотрим еще от Maybelline. И вот цвет все этот прям вот от Катрис мне очень нравится. Ну и много чего надо, еще смывалку или как она там. Ну, после косметики, да, жидкость эту. Потом что-то еще надо. Короче, список я себе составила, заедем. Ну и заедем еще, наверное, в продуктовый. Хочу йогурт опять белый купить, уже побольше. Мы с сыном так с удовольствием этот десерт ели 2 дня подряд. Надо будет еще Коле сделать, потому что он что-то как-то не очень, но я ему сделаю, пусть попробует вкусного так. Вот он и сытный вот с семенами вот этот, который чиа, да. Обыкновенный белый йогурт, ты добавляешь какой хочешь соус, вот именно вот этот, который Рот и Грюце, да. Я тоже подписчица писала, что они есть и в холодильниках в других магазинах, но есть и вот в пакетах. Так, мне кажется, практичнее, он дольше держится. Ну, я в холодильник ставлю, открываю, в холодильник ставлю, классно. Можно даже без свежих ягод, на любое мороженое вообще классно. Вот за 4 часа где-то, за 6 сделал, и все прекрасно, он пропитывается так мягко. Короче, вкусно и сытно. Ну ладно, поедем еще с вами увидимся. Все, мы приехали уже в Бухстехуде. Погода нормализовалась опять. Хорошо, да? Птички поют, тепло. Можно было даже полегче одеться. Ну, ладно. Ну, стоит до обеда вроде пока солнышко, а потом опять не будет. Цветочки везде. Суши. Утка он переворачивается. Ну, я уже как-то тут снимала пару раз. Базарчик по субботам. Овощи, фрукты, мясо такое всякое. Цветочки. Мелкие, вот эти 20 штук, 12 ойра. Крупные, красота. Анютины глазки. Штифлютерхин. Варенье, да? Что тут, рабаба, зауркиш. Цветы какие красивые. Какие красивые тюльпаны, как искусственные. Эти вот красивые. Но у меня сейчас дома есть. Обалдеть. Смотрите, какие красивые. Ай, красота.
Привет. В очереди стоим. Чё так? Чё мы там набрали? Красиво. Магазинчик зашли. Искусственные. Цветы искусственные. Ну, тут ремни всякие разные цветов. Эти сами бляшки выбирать можно. О, мои подружки надо сюда. Наташа, тебе надо сюда идти. Тут всякие разные ремешки. И сумки. О, лакрицами пахнет. Фу. Больничный запах, да? Микстура от кашля. В детстве пили. О, какой яркий. Называется это анис, да? Да, анис, по-моему. Анисовые капли были. Четыре аниса. Мы зашли. Ну, такое, как Ляйна Бекерай, да, вот тут булочки, всякое, кофе. Попить я себе взяла такой с клубникой, Коля взял. Франц Бродхен такой с этим цимт. А как бы цимт по-русски? Корица, вот. Так что Коля тут. Всем здрасте. Теперь меня увидели. Я уже накрашенный, припудренный. Так что приятного нам кофе пить. Я тут взяли еще с собой такой клубничный. Ну, мы здесь уже бывали несколько раз, я тоже снимала. Смотрите, какие красивые, яркие кроссовки. Зеленые, вон там красный. Надо же. Там я сейчас в Такман зашла. Ну, раз мы тут рядом, посмотреть, что тут есть. Так. Дуглас не пойдем, да? Духи и одеколоны есть. Сумочки всякие 50% Стакман. Кому надо? Вон Коля стоит, реклама сумочки. ДМ зашли, взяли какую-то сумку. Вот эти симпатичные махнушки. Зимой, если носить. Кельвин Кляйн какая-то прикольная. Сколько она стоит? Стоило 159, сейчас 80. Ну нет, мне такая не нравится. Ладно, пойдем. 50%, короче, тут на многие сумки. Вон, везде видно красные этикетки. Ну, так, немножко посмотрели сумки. Сумки нам не нужны. Там, хотя кошельки были хорошие за 80 евро. Стоили 119, но у меня есть, не буду. Два кошелька пока есть, хватит. Один большой, один маленький. Хотя мой, который Майкл Корс, уже скоро того будет. Все равно скоро. Все. Ну, карточки. Да, карточки. Тоже обувь. Красиво, мне так нравится вот это вот здание старое. Дом, то есть. Мексиканский тут, по-моему, ресторан, да, мы здесь были? Да.
Вы слышите, это сейчас заканчивается, только сирена была, мы чуть не оглохли. Да? Ужас, бедные люди все за уши как схватились, что это было? 12 часов. Ага, и как раз вот тут церковь тоже. Ужас, я думала, я с ума сойду, ну все тут, короче, уши как давай затыкать. Немножко вам красоты еще поснимать вблизи. Боже, какая красота! Такие пучки сейчас везде. Это ж крокусы. Прямо возле дороги. Моя карета подъехала. Немножко вас по немецким деревенькам провести. Да. Кто знает, пишите в комментариях, где это мы едем. Ну, кто-то с Гамбурга, ну или ближайшие здесь. Бухстехуде, ну и Вюльмсдорф знают. Солнце все уже ушло. О-о-о. Это что там? Кто это там? Бычара. Не успела. Быки. Бычара. Да, дороги, конечно, не то, что раньше. Но это еще ничего, да? Да. Это еще хорошая дорога по сравнению, что сейчас. Вообще тут не так часто ездят. И такая ходовая, но только жители этой деревни. Деревья так обрезаны красиво здесь. Заехали сейчас на заправку. Мою машину Коля заправил, да? О, это как да. Когда права, помню, учила, когда трактор проезжал. Сельскохозяйственное средство. Да, это что, какашки тут или от трактора это мусор? Сельскохозяйственного средства. Да. Когда теорию учила, помнишь, я тебе говорила? Всю дорогу. Потом, конечно, летом красиво, зелено все. Сейчас просто домики, что-то деревья, правда, все обкорнали, теперь кажется так пусто. То когда летом едешь, так все зелено. Но еще когда небо голубое, конечно, еще красивее. Это старая тут деревня. Хотя и новые дома тоже есть, и старые, все вперемешку. Ну вот мы себя и сдали. Вон, смотрите, в шортах кто-то. Да? Мы там, когда в это проходили, тоже некоторые сидят в кафе, мороженое кушают. Один в рубашке. Как будто летом. Ага, кто-то в зимней куртке и в шапке. Вот правда, сейчас такая погода, не знаешь, как одеться.
А уже включено? А, ну да, уже все включено. Мы едем домой уже. Все уже начинает затягивать. Ну, еще не нагулялись. Посмотрим, может быть, еще куда-то. Ну, в Лидл заехали, подкупились. Если что, уже вставлю в следующее видео. Коля вчера заезжал в русский магазин тоже, если что, там кусочек вставлю. Купил сало там туда-сюда и тоже вставлю, как он мне на вечер. Сижу в зале, он мне заносит сало на тарелочке с горчичкой. Прикольно, на ночь глядя. Ну, уже было часов 8, да, наверное? Ну, я, конечно, все не съела. Да и немного ела. Да-да, порционально немного. Для здоровья как раз. Ну, 2-3 кусочка можно, не столько же. Они были маленькие. О, барашки. А, не, не видно. Барашки. Грязный ужас. И интересно, баранов моют? Нет. Нет? Кошмарки грязные. Их стригут, а потом шерсть моют. А, прям ужас. Ну да, тут так тракторов ужас, сколько сейчас ездит. Ну сейчас, видать, это развозят, да, всякое, как оно называется? Да, какашки. Да, потому что везде, вот прям по дороге сейчас едешь. Скоро же посадка начнется у них, поэтому. Ой, трясемся. Тут кочки такие, ужас, правда. Ну, на этом, наверное, уже буду на сегодня видео заканчивать. Если там кое-что, да, вставлю. А закупку уже все покажу в следующем видео. Всем огромное спасибо и всем пока. Пока. Коля с работы ехал, заехал в русский магазин. Решил купить семечек. Давно мы их не щелкали. Я, правда, долго не могу щелкать. У меня потом язык начинает колоть почему-то. Ну, это, если что, не соленые вроде бы. Соленые мы вообще не берем. Шат соленых вообще, это потом и пить охота, и вообще. Короче, взял мне барбарис, этот мармелад. Не знаю, барбарис еще не пробовала. Но сосульки-то барбарис знаю. В тот раз он мне как-то такой яблочный брал. Что-то он мне не очень понравился. Попробуем барбарис. Сало взял себе. И сладкие кукурузные палочки. Ну все, будем кушать, пробовать. Ну вот, посмотрите, что мне Коля сделал. Съездил в русский магазин. И на вечер, время у нас 20:00 уже вечера. А Коля мне здесь сделал такие бутербродики. Вы гляньте, какая красота. Сало, черный хлеб и горчица. Ну надо же. Коля, данки! Питер, Питер. Надо же. Называется «Расти попа», да? Нет, оно же полезное. А, ну не столько же. Вот именно, что столько это полезно. А кто это тут лежит? Ты устал, Босик? О, ты, боже мой. Босик. Ты жопа такая. Босик, кушать? Наелся. Его Коля сейчас накормил. Он довольный, как слон. Лежит, хвостом виляет. Ладно, лежи.